Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Сколько здесь секретиков? Два. А, смотри-ка, смотри-ка. Ух ты, он меня убил прям в воздухе. Ага. Там надо вон оглушить. А, да, наверное. Я пыталась пройти, он меня прям в воздухе сбил. А, ты куда на ящик-то залез? Меня убили. О, внучка. Я даже не увидела, где я там появилась. Вот она. А здесь еще остались? Да. Да. Так они, конечно, хорошо убивают. А-а-а! Мы можем бумерангами кидаться же. Мы можем! Убили. Класс. Хардкор пошел какой-то. Ага. Да какой хардкор? Успеешь? Да у вас слишком много. Как их тут? В чем-то прикол, может, куда-то сбежать надо просто? Да нет, мне кажется, все-таки мы неправильно делаем. Надо использовать оглушение вот это вот. Ну а чем мы их не используем? Вот. А, да почему ж ты по лестнице-то не бегаешь? Туда вообще желательно не заходить. Первый разбить и сразу возвращаться. Пока они все не нагрелись. А, они не припрыгивают, видно, когда мы убиваем по количеству. Вообще-то. Меня опять портнули. Да что ж такое-то? Тьфу. Ну вот видишь, мы всегда, когда убиваем какое-то количество, приходят новые. И ты спас. Да сложно сказать, спас или нет. Один фиг постоянно портает. Вон, видишь, опять пришел. Пойдем наверх. А то они в нас стрелять там будут просто. А он вообще такой тяжелый, что я ему ничего сделать не могу. Ай. Ах ты гад. Так, один остался. Не зафейлиться. Ага. Надоел. А почему ты не умираешь? Вроде все. Они какие-то более толстые, что ли? Да нет. Опиликалось уже. Вот так вот, да-да, изумрудный только.
Прикольный. Товарищ. Надо было сразу разбить ее. Надо было, да. Так, не разбиваем. В смысле не разбиваем? Ну, в смысле, я хотела там плюхнуться пузом. Справа. Разбила бы янтарь. И не было бы возможности оглушить его здесь. Угу. Раньше времени я имела в виду не разбивать. Угу. О. Три титана в отличном состоянии. Неплохо. Подлатаем еще одного, сделаем небольшой крюк. И начнем атаку на Нью-Хейвен. Мы все расставим по своим местам. Нек, ты выжил на острове. Как выжил? Так он что же мог не выжить? Бойцы, уничтожьте это! Дайте ему уйти! Ксандер! Нет! О! Ты будешь ударять, нет? А вот теперь тебе махана. Опа, еще. Хорошо. Отлично. Партизаны такие. Ага. Партизаним. А я где? А, вот. Теряла. Ай, комбо сбили, блин. Какая комбо была хорошая, я их с одного удара вырубал. Интересно, а что у нас тут? Не получилось. А. Пойдем туда посмотрим, что там. Пойдем, пойдем. Там явно что-то должно быть. Ну, нормально. Mm-hmm. Дайте мне большого Нека, я устал быть таким беспомощным. Жалким, маленьким. Так. Не буду рисковать. Бажук. Вон. Одного я попал, вот тут еще один убежал наверху. Да? Да. Я не хочу спускаться. А можно просто направо пройти, посмотреть. Они там за нами ходят. Давай бомбочку мы сделаем двойную. Ну, это если получится. А то начнут сразу махать. Фигней своей. Ну что, давай вот здесь, наверное. Давай. А то там трубы мешают прыгнуть вниз. Только они там не в куче. Тут, а точнее. Достать должно, по-моему, нет? Да нет. Что? Ну что, я первый, да? Ну, поехали. Хе-хе. Погоди, погоди, а вот здесь вот внизу. Ага, пусто. Ну, отсюда мы пришли. Точно, точно. Что у вас такой завод плохой? Ни одного реликта нет. Ну да. Ну, в смысле, ни одного ящика. С реликтами. Ой! Ого-ого, прячемся.
Они пробивают. Тот, слушай, точно пробивает. А я такая стою, щит надела. Ну, а я вижу, я говорю, пошли прячемся. А что там свистело такое? Это они свистят. То есть отразить реально, но при этом от следующего гребешь. Я пробовал отразить, сейчас не получилось. Видишь? Ага. Давай. Сюда. А ты куда надо пошла, да? Не знаю. Обратно? Давай вот здесь прыгну еще на всякий случай. Нет? Все. Но там вроде некуда было. Я... А где я-то? Ну, можно попробовать, ну, пошли, в принципе, пошли, допинать. Пошли. Да нет. У него там здоровья мало осталось. А смысл? Круто! Классно. А, эти еще стреляют. Понятно. Да. Я думаю, что за ерунда? Я же в блоке стою. Что это было? Не было же пара. Был пар. Да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-любому где-то будет нычка такая, похожая. Ау, осторожно. Да, я вижу. Подожди, но он начался, когда я прыгнула прям, да? Да. А, понятно. Ой. Ага. О, да. Выбирайся оттуда. Наконец. Ненавижу. Присполучен хитрый клиент. А то, что связываем много. Ну-ка иди сюда. Пусто. Еще реликты, наконец-то. Больше реликтов. Теперь будем их унижать. Так. Ой. А почему ты рассыпалась? Не знаю. Я еще... тебя так протолкнул, что ли? Возможно. Я не нажимала. Что такое происходит? Камера глючит. А, маленький нужен. Да. Подожди, вот что это за полмостик? Я хотела там просто... Наверное, сейчас. Ничего. Да не, я там побегал немножко, вроде ничего. Не-не-не. Вот здесь вот, подожди-ка. А-а-а, пролетело. Хотела назад. А он меня по спине там начал бить. Чего? Вот здесь. Вот. Нельзя там направо никуда? А, нет, нельзя. Все. Где-то еще одна нычка должна быть. Он бы себе сбила. Три титана в отличном состоянии. Это страшно. Да, я думаю, он их заведет, и нам их побеждать придется. Вопрос, куда, налево или направо? А, сюда. Сюда, что ли? Да.
Как же круто быть большим! Большим! Он тоже страдал. А, мы не можем. Так, стоять. Ага. Тут может быть вот в ящиках что-то лежать. Иногда вроде простые стеллажи, а в них янтарь какой-нибудь лежит. Да, но нет, ты здесь один раз ничего. Даже, по-моему, опыт из таких ящиков, из стеллажей доставал. Да. Ничего вроде нет. Ну, вроде нет. Странно, почему кидает на дальних? Ну, а не на этих опять вот. Вот как вообще понимать логику? А, не протягивает что ли? Должен. Странно. Ну ладно. А, может ты попался, и он на себя вытянул? А, возможно. Ну да, ты побольше меня. Круто! Такое расстояние! Я же ему кинула бумеранг, и он... А он не связывается, он же большой. Мы только энергию можем ему сбить. А! Зараза две, да? Ага. Больше всего бесит, когда их клинит на перезарядке. Кстати, смотри, трое у нас. Что? Трое сейчас в стане стояло. У тебя жнычка-то еще одна. Сбили. Ах ты. Ой, не то, не то, не то! Ах ты гадина. Такая музыка эпичная прямо. Ум, ту-ду-дум. Вроде ничего. Ну, вроде. Ага, вот. Вот здесь, ага. Это мы бы и сами нашли, я думаю.
О, там жук и нычка, смотри-ка. Где? Вон внизу. Где? Ну вон, внизу слева. А, там внизу, я думала, где-то здесь. Это, наверное, не нычка, а проход дальше. Возможно, но в любом случае там жук. А это лифт, да? Да. Ну вот, видишь, мы просто дальше пройти не можем. Да. Так значит, ты напал на них? Конечно, напал. Ты знала, что они помеха, но поддалась эмоциям. Нет, я просто поддалась тебе. Наш основатель хотел не этого. Эва, Мариус основал наш орден, чтобы править миром. Ты знаешь это. Подожди. Со временем ты убедишься в моей правоте, когда монахи займут подобающее место. Ты не вспомнишь об этих ребятах. Что ты сказал? Нек и Лукас – мои друзья! Я твой друг, Эва! А эти ребята… они никто. Хватит, Ксандер! С меня хватит твоих планов, твоих амбиций и вранья! Все! Крутые роботы. Да. Что ты сделала? То, что должна была сделать. Прощай, Ксандер. Эва! Ты сделала выбор, Эва. Я сделаю свой. Так, мы выдвигаемся. Что готово, берем с собой. Остальное бросим здесь. И сколько готово? Два или три. Должно быть, по идее, готово. В какую сторону-то? Ну, вроде так. Ты должен остановить Ксандера, Нек. Ага, я должен. Ну, в смысле, мы должны. Неки. Это же глава, да? Да, вроде как она же, да. Да. Ну, вроде как у них всего два титана. Всего, да, два титана. Мне вот что интересно, она, то есть она на протяжении вот этих шести месяцев была такой наивной, да, дурочкой. Ее не совсем не заботило вообще, где мы, что мы. Не пыталась с нами встретиться. То есть, если, допустим, даже ей наврали, что мы там где-нибудь уже спасены. Ну да. Или, может, он сказал, что туда там продукты притащили, и они посидят, а потом мы их заберем. Ага.